Минувшие выходные на Вавилинском Затоне прошли соревнования по дрифту на Кубок регионального ДОСАФа. Соревнования были организованы на льду реки Енисей. Мастерство по дрифту показали все желающие старше 18 лет, имеющие действительное водительское удостоверение категории «Б». Организаторы на льду подготовили специальную трассу. Структура соревнований не сильно отличалась от летнего дрифта. Рано утром прошла тренировка, а после начались одиночные заезды, которые помогли организаторам распределить места по мастерству.